Сейчас там два этажа есть, не все верно говорить. Успеваем? Нет, 12 минут уже показывает, что опаздываю. Представляете, а показывала, когда я выезжала из дома, что я приеду раньше на 15 минут. Блеск красивый на губах. Спасибо, это Диор я покупала, хороший блеск. Привет. Здравствуйте. Убрала, да, убрала. О, началось. Оксана, лучше сразу выйдите. Какая вы страшная. Девочки, расскажите, пожалуйста, вот этой засранке, которая мне написала, что я страшная. Что страшнее, чем ее жизни, уже ничего не будет. Чтобы мне просто не отвлекаться от руля. Потом-то я ее уберу. А пока что помогите мне, расскажите. Этой мандосе. Ну пустите меня. Ну пустите. С этими губами человек. Это факт. Мне осталось 16 минут, девочки. 16 минут вы со мной. И потом будем краситься. Смотрим, какой цвет нам Валя сделает сегодня. Супер класс, обожаю вас. Спасибо. Красотка, привет. Привет. Мы сейчас с вами в центре Москвы находимся. Едем на Мытную. На Бородина против боссов мне ничего не платят. Вообще ничего не платят. Могли бы и заплатить на самом деле. На всех передачах платят, а на это нет. Как я не люблю вот эти мигалки, сирелки. Что дети. Как же долго вы добираетесь? Да. Прямо поэтому я стараюсь жить не в Москве, а в области. Потому что в области жить спокойнее. Пробок нет. Воздух чистый. Лес рядом, река. А в Москве, когда живешь, вот это вот происходит. Вот эта ерунда. Что по пробкам. Поэтому я сразу, когда у меня какое-то дело образуется, вот, допустим, покраска, я сразу несколько дел сев на один день. Чик-чик-чик. Чтобы уже если ехать, то одним днем все пережить это все. На меня они ужасно будут мигалки сирен. Да. Неприятно всегда, да, согласна. Впереди камера. Тоже в салон еду вечером. Вот что можно сказать плохого? Все успеваете. Да, это правда. Все успеваю. Оля, да. Куртка. Это пуховик. Пуховик Дона Каран Нью-Йорк. Кейнвай. Рита с семьей будут встречать Новый год. Первый Новый год в своем собственном доме. И мне кажется, что им нужно эту как бы традицию уже у себя укоренять, то что у них есть свой собственный дом впервые, и они будут там праздновать Новый год. Олежка туда летит. Навигатор Яндекс Навигатор. И другой даже и не пользуюсь. Красивый, очень хороший.
Как вам Феофилактова Женя? Не знаю. Спасибо за общение. Вы поднимаете настроение. Я только рада, если я кому-то помогла, правда. Глаза у вас очень красивые. Спасибо. Вы отлично выглядите. Спасибо. Рита вообще огонь. Да, Ритулик у меня огнище. Сыну сколько? Сыну в декабре исполняется 20. А мужу 10 ноября исполняется 60. Мне 55. У нас одни юбилеи прямо в этом году. Хотелось посмотреть полностью, как вы одеты. Ой, девчонки, я сегодня одета так. Огонь. Короче, ботфорты выше колена черные, замшевые. Кожаные леггинсы. Черная, черный свитшот удлиненный. Карл Лагерфельд с золотыми очками. И куртка красная. Короче, такая модная тетка. Я книги сейчас не читаю вообще. Очень любила и читала раньше. Много книг в библиотеку ходила. И читала просто вот такими томами книги. Но сейчас у меня просто нет времени на это. Просто нет. Вы спрашиваете, как я все успеваю. Если я еще залягу с книгой, все встанет. Поэтому нет. Я сейчас не читаю. Я смотрю телевизор. Да, на проекте ему было 13. Как вам идет красный цвет? Галикум. Покажите нам свое личико, и мы посмотрим, что у вас с мозгами. Про Габозову не дорассказала. А что там я, на чем остановилась, напомните? Что с Габозовой? Я читаю по ночам, если плохо. Ну, я по ночам, если не спится, я либо в Инстаграм, либо монтирую какие-то ролики, либо читаю ваши комментарии, отвечаю, либо смотрю на Ютубе какие-то ролики интересные, либо телевизор. Сын 10 ноября родился. Ребятки, давайте-ка, а то я тут не туда поехала.